Анна и Александр вместе уже 7 лет и в день влюбленных пришли в ЗАГС подать заявление. А к празднику здесь подготовились. Организовали пункт проверки на ВИЧ, чтобы пары на месте оперативно узнали все тайны будущего супруга. Каждый должен пройти этот тест и быть уверенным, что у нас все в порядке и, соответственно, будет в порядке у наших, наверное, будущих детей. При вступлении в брак необходимо знать не только там родителей, родственников, да, там, зарплату или еще что-то. Наверное, самое важное – это здоровье. И здоровье как будущего мужа, так и будущей жены. Результаты экспресс-теста готовы уже через 20 минут. И они дают 100% точность. Ну и пока есть такая возможность, я тоже решил проверить свое здоровье. Возьму биоматериал из полости рта между губой и десной, сверху и снизу. Узнать результат теста очень легко. Одна полоска означает, что все в порядке. Две полоски – это повод задуматься. Ну, как видите, у меня со здоровьем все хорошо, так что моя любовь защищена. А вот рептилиям проблемы с ВИЧ не угрожают. Из-за свое здоровье супруги, покрытые чешуей, могут не переживать. Самарский крокодил Кузя за 25 лет жизни превратился в закоренелого холостяка. А все потому, что сотрудники зоопарка не могли определить его пол. И вот недавно выяснилось, Кузя – настоящий мужчина. И на день влюбленных самарские бизнесмены сделали ему главный подарок. В вольере Кузи появилась симпатичная самка. Двенадцатилетняя Герда по размерам гораздо меньше самца. Всего лишь 2 метра в длину и 38 килограмм. Сотрудники ожидают, что нильские крокодилы быстро привыкнут друг к другу. И с нетерпением ждут появления маленьких крокодильчиков. После спаривания, как правило, самка вынашивает до 2 месяцев кладку. Затем готовится делать так называемое гнездо. То есть это куча органического мусора. То есть это листья, сухие травинки, тростник, мох. Куда закапывает кладку. Крокодилы не успели познакомиться, а уже были в числе зоопар, претендующих на звание лучший. 14 февраля в Самарском зоопарке уже несколько лет выбирают самую милую пару. В этом году первое место заняла счастливая семья сибирских рысей – Барсик и Маруся. В голосовании посетителей зоопарка они набрали 118 голосов и опередили ближайших соперников – енотов на 80 баллов. И теперь у них весь год будет вот такой счастливый знак на вольере. Уже 4 года подряд пара, становившаяся лучшей, обязательно приносит потомство. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.